Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Буделева Дарья Александровна. Я педагог дополнительного образования школы номер 1420, программа дополнительного образования, литература, подготовка к Олимпиадам. И сегодня мы с вами продолжаем изучение произведения Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». В прошлый раз мы с вами рассматривали образ Печорина. Сегодня же мы проведем сравнительный анализ образа Печорина с образами других мужских персонажей Романа Герой нашего времени с Максим Максимовичем, с Грушницким и с доктором Вернером. Это будет очень полезно для более полной характеристики и самого образа Печорина. Возможно, вы еще раз сакцентируете внимание на каких-либо деталях. Также это будет полезно для того, чтобы сделать краткие выводы, краткое обобщение, представить у себя в голове полные образы других мужских персонажей. То, которые тоже играют довольно-таки значительную роль в произведении «Герой нашего времени». Лучше всего это делать посредством проведения сравнительного анализа, как я уже сказала. И начнем мы с вами со сравнительной характеристики Печорина и Максима Максимовича. Начнем с различия героев. Печорин и Максим Максимович не диаметрально противоположны, но, тем не менее, очень разные люди. Это можно вывести уже исходя и из внешности, и из социального положения, но самое главное из, скажем так, духовных нравственных характеристик. Ну, начнем. Григорию Печорину 25 лет, в то время как Максиму Максимовичу 50 лет. Григорий Печорин имеет привлекательную внешность, небрежную ленивую походку, офицерский чин прапорщик. Максим Максимович, в свою очередь, давно служит на Кавказе, у него твердая походка, бодрый вид, смуглый цвет лица и преждевременно посидевшие усы. Офицерский чин, штабс-капитан. То есть, если Григорий Печорин на Кавказе человек относительно новый, то Максим Максимович – это уже, скажем так, бывалый служака, уже чувствует себя на Кавказе фактически как у себя дома. Печорин – богатый дворянин, помещик, выросший в Петербурге, очень образованный. Максим Максимович не богатый, вероятно, он даже не дворянин. С учетом его высказывания, где нам необразованным старикам за вами гоняться, можно сделать вывод, что, вероятно, он не получил какого-то очень хорошего образования. Но, тем не менее, он добрый. Сердце у него э, простое, скажем так, э, довольно-таки ранимое. Он человек во всех отношениях симпатичный, он гостеприимен, не любит церемоний, при этом очень скромно, застенчиво ведет себя женщинами, э, любит поговорить. То есть, вот действительно такой. Человек симпатичный, приятный, положительный. В то время как Печорин а, очень определенного характера. Мы с вами уже говорили об этом в прошлый раз. Он сложный человек, способный на совершение злых поступков. Он их и совершает. Негостеприимный. При этом он прекрасно воспитан, ведет себя согласно этикету, опыте в обращении с женщинами. Но вместе с тем дерзкий и наглый. На разговор, искренний разговор, его очень сложно вывести – он больше любит молчать и слушать других. То есть, видите, вот такие вот различия, которые э, очень четко видны именно при вот такой вот сопоставительной характеристике. То есть, когда мы их читаем, мы, конечно, общую картинку, общую разницу между Максимом Максимовичем Печориным улавливаем, но вот четкие моменты, да, фактически по одинаковым критериям, их разницу, у нас как-то вот бывает что-то упускается из виду. При такой же сравнительной характеристике составляется более полный образ и прослеживается их взаимное несходство, но в то же самое время некоторые общие вещи также есть. Но продолжим о различиях для начала. Печорин – человек гордый, Максим Максимович – нет, Печорин любит философствовать, вместе с тем он закрыт и сдержан. Философствовать он любит на отвлеченные темы. Максим Максимович не любит философствовать, но он открыт, эмоциональный, плачет, когда случается что-то грустное и даже бывает склонен обманывать себя, то есть видеть мир чуть лучше, чем он есть на самом деле. Печорин же закрытый, сдержанный, он даже не плачет в, смерти Белли, в, смерть, в день смерти Беллы, он скрывает свои эмоции, но довольно-таки честен по отношению к себе. Честен самим собой. Он э, бывает даже жесток к себе, но, безусловно, справедлив. И в этом показывается сила его характера в том числе. Вот несколько слайдов были посвящены различиям. То есть, все-таки, в первую очередь, это персонажи различные между собой. Они в какой-то степени антиподы. Но есть между ними и некоторые сходства. Оба они одинокие люди. Оба способны заботиться о любимых людях. Правда, своеобразно. Оба они чудаки, странные люди по высказыванию самого Михаила Юрьевича Лермонта. И оба они достаточно храбрые и довольно-таки смелые э, офицеры. Соответственно, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все-таки Максим Максимович и Григорий Печорин не схожи между, между собой. Да, у них есть пересекающиеся черты, но посмотрите, ребят, сколько различий. Как их много и как мало сходства. И поэтому, конечно, когда вы пишете сочинения по Максиму Максимовичу, или же пишете сочинения по э, Максиму Максимовичу и Печорину, да, проводите их сравнительный анализ. Пожалуйста, не, обман, э, не скажем так: путайтесь, не обманывайте себя вот этими вот некоторыми внешними сходными чертами, которые есть э, именно внешними, на первый взгляд, при невнимательном прочтении произведения, может показаться, что у них есть что-то общее. Ну, вообще есть, но его слишком мало. Делайте акцент именно на разницу, и действительно, ведь и сам Михаил Юрьевич делает этот акцент. Он как раз подчеркивает вот эту вот э, сложность, вот эту вот э, определенную безнравственность, определенную холодность образа Печорина, именно сопоставляя его по факту в своем произведении с добрым, открытым, наивным, ранимым. Э, симпатичным с точки зрения нравственности Максима Максимовичу. Далее давайте проведем сравнительную характеристику Печорина и Грушницкого. Опять же, Печорин 25 лет, прекрасная внешность, э, лицо не выражает эмоций, военный чин прапорщик. Грушницкий, Грушницкий э, молодой офицер, юнкер в начале, э, прошу прощения в начале юнкер, затем уже офицер, выразительное лицо. Хорошо сложен, смугл, черноволос и 20 лет. При этом, на первый взгляд, ему можно было дать 25, все 25, об этом пишет Лермонтов. Но э, на самом деле ему было не, едва ли 21 год. Печорин богатый дворянин из Петербурга, умный, сдержанный, холодный, храбрый. В принципе, ничего здесь нового нет, я не буду повторяться. Все, э, все критерии видны на слайде. А вот на... Характеристики Грушницкого я заострю ваше внимание. Грушницкий небогатый дворянин из провинции. Глупый человек с точки зрения общения, довольно-таки об этом печорен, вполне откровенно говорит в своем монологе. Вместе с тем, Грушницкий эмоционален, страстен, но труслив. Он говорит скоро вычурно то есть он один из тех людей, у которых на все случаи жизни заготовлены готовые пышные фразы. Вместе с тем он все-таки скромный, то есть вот у него такая пафосность, граничащая со скромностью. Он где-то робкий, не умеет пользоваться своим положением, не знает людей и вполне откровенно, искренне делится с Печориным своими секретами. То есть можно было бы сказать, что Грушницкий пустой человек, но вот все-таки что-то в нем подкупает. Вот это вот его какая-то такая застенчивая юность вместе с таким налетом, неоправданным налетом героизма, а, и вот этот его и романтический образ, то, что он прихрамывает, вот это вот все такое вот неестественное, оно вызывает вместе с тем не столько презрение, сколько какую-то жалость. Его действительно становится в какой-то момент жалко. Он ни в коем случае не герой, но он и не антигерой. Он персонаж, который вот именно посредственный. Довольно-таки посредственный молодой юноша, приехавший на Кавказ в надежде на подвиги, с налетом романтизма. Он не вызывает таких сильных эмоций и такого интереса, как вызывает образ Печорин. Но вместе с тем, на сравнении с этим образом, да, так если провести более глубоко такой не только литературно-психологический анализ, а ведь Лермонтов характеристикой Грушницкого показывает, что Печорин был выше Грушницкого и по развитию, и по воспитанию, и по уровню. В целом, как личность, он выше, он целостнее, он цельнее. И тем не менее, при всей своей целостности, при любви к философствованию, при рациональности, при разуме, да, при, всей, при всем своем, безусловно, высочайшем уровне развития, Печорин в силу своих пороков, в силу своих вот этих вот отрицательных черт, черт, в силу своей двойственности, в силу своего несчастного характера, он не проявляет добродетели по отношению к Грушницкому, он его не жалеет, он над ним где-то издевается, где-то подкалывает, он ведет себя по отношению к Грушницкому несправедливо, он ведет себя по отношению к нему жестоко и здесь лишний раз, точнее очередной раз подчеркивается вот эта вот неполноценность на самом деле неполноценность характера Печорина неполноценность его как э, героя в положительном смысле этого слова то есть когда мы сравниваем Грушницкого и Печорина сначала нам кажется что Грушницкий такой себе не самый приятный человек на первый взгляд а Печорин даже как-то начинает приобретать такие черты, какие-то не то, что романтические, а он начинает вызывать в нас более положительные эмоции на сравнении то, что нам кажется более умным, более образованным. Интереснее читать моменты с описанием монологов Печорина, чем моменты, с, моменты диалога его с Крушницким. Но потом, по размышлению, мы вдруг понимаем, а вот она неполноценность Печорина, в том, что он даже по отношению к Грушницкому он не смог проявить себя выше, как личность более духовно развитая. Потому что духовно Печорин неполноценен. Вполне возможно, что несмотря на его вот эту способность к, к тонко чувствовать, способность к переживаниям именно какого-то глубокого, глубокого чувства, к осознанию вот этих вот всех оттенков, несмотря на все, это Печорин по духовному, по нравственному уровню развития остается наравне с Грушницким именно потому, что он сам себя, скажем так, грубо говоря, опускает до уколов, до насмешек, до издевательства над Грушницким. Опять же, возвращаясь уже непосредственно характеристики к тексту. Грушницкий неопытен в отношении э, женщин, для него все женщины ангелы и богини, он сентиментален, не умеет пользоваться своим положением. То есть он э, такой Иванушка-дурачок по сравнению с Печориным. Конечно же, это грубая аналогия, довольно-таки такая не полностью справедливая, но тем не менее, это вот аналогия, которая, знаете, такой акцент, очень помогающий четко расставить приоритеты, расставить оттенки по отношению ко всем мужским образом. То есть, если Максим Максимович, мы о нем до этого говорили, это человек симпатичный, это высоконравственный, человек. Возможно, он не так развит в плане образования, возможно, он не настолько интеллигентен, как Печорин, не настолько хорошо знает этикет, не такой богатый, не настолько светский человек, но он искренен, он морально и нравственно гораздо выше Печорина. А Грушницкий стоит с Печориным на одном уровне. Но не потому, что Грушницкий равен Печорину, а потому, что Печорин сам себя опускает до уровня Грушницкого. Вот это тоже важно понимать. Безусловно, конечно же, есть у Печорина и Грушницкого сходства, но они такие не столько характерные, сколько чисто событийные. Оба они дворяне, оба военные, оба служат на Кавказе, оба образованы, оба хорошо воспитаны. Что касается характеров, то да, они оба, оба гордые, самолюбивые, и мстительные. Но это, скажем, такие черты, которые больше помогают развитию самого действия, нежели какому-то более полному раскрытию образов. Что Печорина, что у Грушницкого. На этой плавной ноте я предлагаю перейти к сравнительной характеристике Печорина и доктора Вернера. А Попрошу вас заметить, Грушницкий и Печорин очень разные. Это как бы не хочется говорить, что это две стадии развития молодого дворянина героя нашего времени, да, то что э, не хочется говорить о том, что, возможно, Грушницкий это Печорин несколько лет до, до событий описываемых в романе. Не хочется об этом говорить, однако вполне возможно. Хотя все-таки какие-то вот основные черты, основные посылы в характере у них довольно-таки разные, и опять же вот это вот мое а, предположение о том, то, что Грушницкий возможно это как а, Печорин за несколько лет до события а, до событий, описанных в романе это возможно только лишь предположение на самом деле возможно оно далеко от истины, но тем не менее это в принципе люди одного слоя, это в принципе типичные представители своего времени, типичные представители своей касты Печорин и Максим Максимович — это абсолютно разные персонажи, и их сравнение производится в первую очередь именно по духовным, по нравственным качествам. Они антиподы, в которые Печорин однозначно со знаком минус, а Максим Максимович однозначно со знаком плюс. А вот что касается сравнительной характеристики Печорина и доктора Вернера, тут все сложнее, чем в истории с Грушницким и с Максим Максимовичем. Сложно найти какие-то яркие различия в чертах характера Печорина и Вернера. Тем не менее, они все-таки есть. Ну, понятно, мы сейчас скажем несколько слов для начала о внешности, об общественном положении. Здесь, конечно, различия есть. Вернеру 40 лет он доктор, небогатый человек из провинции. Наружность у него на первый взгляд неприятная, но впоследствии начинает нравиться. Рост низкий, он худо слаб, как ребенок. А дальше идут сходства. Опрятность, вкус к одежде, вкус к обществу, глаза, которые стараются проникнуть в мысли собеседника, то есть очень вдумчивый взгляд. Вместе с тем различия есть. Но этих различий очень мало, они на первый взгляд не видны. Когда вы первый раз читаете роман, кажется, что различий как таковых нет, вот за исключением тех, которые я только что назвала. Тем не менее, они есть. Печорин совершает злые поступки, а Вернер все-таки добрый человек. Печорин молчалив, Вернер же наоборот любит, когда его слушают. По сути, только с Вернером. Печорин действительно, вот у него происходит такой большой монолог, такая исповедь, я бы даже сказала. При этом Вернер боится ответственности, он один из тех людей, которые умывают руки, отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. А Печорин, как мы уже с вами до этого говорили в предыдущей лекции и в начале этой лекции, Печорин на себя ответственность взять не боится. Он судит себя строго, он справедлив по отношению к себе и не, пытает, не питает никаких иллюзий. Вот эти вот оттенки, вот эти вот моменты различия между Вернером и Печорином, они позволяют сделать выбор все-таки в пользу Вернера. То есть Вернер больше положительный персонаж, нежели а, отрицательный. Печорин же, к сожалению, все больше и больше отходит к знаку минус. Но тем не менее, давайте еще немножко рассмотрим расходство Печорина и Вернера. Невозможно о них не упомянуть, поскольку уж очень ярко они бросаются в глаза. Что Печорин, что Вернер – замечательные, по цитате Лермонтова, люди. Оба умные, оба острики умеют ранить словом. Оба материалисты, оба хорошо знают женщин, знают слабости людей. Оба не хотят жениться, оба эгоисты, оба самолюбивы. То есть очень много причин, скажем так, сойтись и найти общий язык, что, собственно говоря, и происходит. И в целом, если подвести краткий итог сегодняшней нашей лекции, можно сделать вывод, что из всех этих четырех, из всех четырех персонажей Печорин самый отрицательный. Но вместе с тем, вместе с тем, ребят, я вас очень призываю не писать в сочинении, что Печорин, скажем так, антигерой. Это будет не совсем справедливо. Он двойственен. И именно, собственно говоря, показать двойственность было целью Лермонтова. Но если сравнивать Печорина с остальными персонажами, да, тут он выступает со знаком минус. Если сравнивать его больше именно по делам, нежели по высказываниям, по суждениям, потому что вот эта внутренняя жизнь, его мысли, его чувства, они становятся видны только, во-первых, по результату внимательного прочтения полного романа, а не по прочтению отдельных глав, а также когда мы начинаем читать его исповедь. Ну, не исповедь, а дневник Печорина. Там есть моменты исповеди в монологе с Вернером, но будем звать дневник Печорина, как это написано у Лермонтова. Соответственно, когда мы читаем дневник, личные мысли Печорина, мы видим его внутреннюю характеристику. А внешнюю характеристику с точки зрения поступков, каких-то внешних черт характера, в смысле не внешности, а в смысле того, что он выносит в общество – там мы можем составить именно отрицательный портрет. И именно отрицательный, ни в коем случае не положительный. И получается, что Максим Максимович – это самый положительный мужской персонаж. Далее идет доктор Вернер, он такой не горячий, не холоден. Далее идет Грушницкий. Все-таки в нем есть искренность. Да, он пустой человек, да, он такой, как я уже сказала, несколько Иванушка дурачок. Но в нем есть вот это вот определенная какая-то не нравственность, нет, но определенная наивность, которая не может не импонировать. А вот Печорин, он, скажем так, уже человек, повидавший свет, уже опытный молодой человек, который уже знает жизнь, и ему сложно простить слабости, которые прощаются Грушницкому. И поэтому Печорин на данной стезе сравнения опускается к отрицательным персонажам. На этом мы с вами Завершаем сегодняшнюю лекцию. Мы с вами продолжим рассмотрение и изучение романа героя нашего времени в дальнейшем. А пока я вас попрошу еще раз внимательно изучить сравнительные характеристики Печорина с другими персонажами. Желательно посмотреть и послушать еще раз прошлую нашу с вами лекцию для того, чтобы составить себе вот окончательный полноценный образ. Печорина, образ героя своего времени, который нам хотел показать Лермонтов. На этом спасибо за внимание и удачи!